Друзья, всем привет, всем доброго дня. Присела на лавочку, чтобы записать вам вступление. Я нахожусь сейчас в прекрасном месте. Я приехала в парк Сокольники. Ну, я еще в него не вошла. Сижу. Здесь сделали такую от метро зону прогулочную с лавочками. Раньше, кстати, такого не было. Сейчас я уже давно здесь не проходилась и пришла сегодня сюда прогуляться. Наконец-то вышло в свет. И вам хоть что-нибудь тоже покажу. Надеюсь, что к дню города уже подготовились и в парке будет что-то интересное. Девочки, кто тупеет от моих видео, есть такие, оказывается, то, пожалуйста, не смотрите, сразу переключайте, выключайте, а то процесс уже, я смотрю, у вас пошел, поэтому лучше поберегите себя и свое здоровье. Так, а я вас переворачиваю и идем в Сокольники. Уже повесили флаги. 877 лет будет Москве в этом году. От метро идет вот такая аллея. Классная. Я приехала и уже хочу есть. Уже думаю, господи, надо зайти куда-то поесть. Потому что утром я попила только кофе и съела пару кусочков колбаски и сыра. Все, без хлеба, без всего. И еду уже и думаю, господи, я уже хочу есть. Ну, конечно, здесь полно мест, где можно перекусить, покушать. Парк Сокольники, кто не знает, находится... Станция метро Сокольники. Добро. Жду зеленый светофор. Интересно, танцы там будут уже? Будут танцевать на площадке? Но они, мне кажется, позже приходят, эти танцоры знаменитые. Как-то я их тоже снимала. Ой, ну я вижу, что в парке уже готовы все к Дню России. Красота. Но здесь, конечно, сейчас на выходные будет прекрасно. Так что, кто собирается на выходные отмечать День города, приезжайте обязательно. И кто живет не в Москве, а в ближайшем Подмосковье, приезжайте обязательно в Москву на День города. Будет круто. Можно отметить, что в парке Сокольники очень много лавочек. Очень много лавочек, молодцы. С каждой стороны зона отдыха потрясающая. В воскресенье я собираюсь ехать к Свете. Я отвезу вещи, там, которые я собрала. Ой, чебуречная, как прелесть какая. Вот. Не, на танцполе пока еще нету никого. Ну да, они позже приходят, сейчас еще рановато, конечно. Поеду к Свете, постараюсь пораньше поехать, привезу ей вещи. Она знает, кому нужно отдать все. Там много, я очень хорошие вещи все собираю. Есть кому отдать. Так, а это что, обзорная экскурсия, продолжительность 20 минут, можно вот на таком трамвайчике проехать. Ой, а вот этот классный, красненький. Вот, и потом, возможно, мы, может быть, даже и придем сюда, посмотрим, может быть, здесь какая-то программа будет. Приедем сюда, прогуляемся, или по центру прогуляемся. Наверное, по центру лучше прогуляемся, с ней воскресенье. Тем более вы любите, когда я вам Свету показываю. Какой хороший-то этот машинка. В общем, старается к Дню города, видите, все старается, все убирает. Чурос, вафли, блины.
Площадки готовят. Ой, как вкусно пахнет травкой. Площадки готовят, сцены. Как-то несколько лет назад, 2-3 года назад, по-моему, тоже был День города. И здесь в конце там тоже есть сцена, где каток. И мы со Светой как раз, по-моему, кто-то с нами еще был. Нет, по-моему, со Светой только. Мы были здесь на концерте, на бесплатном. Я на Полину Гагарину подписана в Инстаграм. Она сказала, что будет бесплатный концерт. И Дмитрий Маликов выступал, Полина Гагарина, еще другие знаменитые всякие группы. Мы стояли прямо в первом ряду, вообще видели их вот так вот вживую. Пели они прекрасно, вообще супер концерт был. В общем, отдохнули, повеселились, потанцевали. Классно было. Такой вот фонтан. Вечером с подсветкой. Купила с мороженым. Там внутри мороженое. Ой, наверху мороженое. А внизу яблоки. Такие, как яблочный штрудель типа. Перекушу. Вкусно. Иду к лавочке, потому что там гудит. Хотела туда пойти. А решила сюда на лавочку. Здесь лавочки есть. Я сюда сейчас сяду и здесь перекушу мороженое, посижу и пойду дальше гулять. Потом нагуляю у себя аппетит и пойду уже покушаю. Решила не там на лавочках, а вот сюда. Малый розарий, предшественник большого. Вот. Я здесь раньше такого не видела, по-моему. Что-то новое. Парк с фонтанчиком. Где, кстати, здесь можно пройти велосипеды. И такие, как велосипеды на двоих. То есть вдвоем крутите все педали. В общем, классно. Фонтанчик и лавочки. Пойду сяду. Сюда присяду сейчас. Мусорки, все есть. Так красиво. Очень. Здесь тщательно моют лавочки. Вот, видите? Все вот эти сидушки, боковые лавочки, все вот тщательно моют. Справа карусели. Потом там дальше пончики должны продавать. Там уже палатка давно-давно всегда. Шарики. Хот-доги. Кстати, тоже вкусно. Хот-доги. Ой, как я раньше любила на этих ракушках крутиться. Мне так нравилось в детстве. Боже мой. Они не работают, что ли, карусель? Вот эти вот ракушки. Ой, я так любила. Они кружатся вот так вокруг. Я обожала эти. Классно. Сейчас я, наверное, не смогу. А нет, работает все. Сейчас я не смогу уже кружиться. У меня закружится голова. Зелененькое здание. Туалет. Он здесь не один. Их здесь несколько. Так что не бойтесь. Кто думает, что вдруг здесь нет туалета, есть и не один. Здесь можно подзарядить. А, Wi-Fi подсоединить можно даже. Как красиво. Да, сегодня пятница.
Так, я на колесо обозрения. Чек не надо? Самим открывать, да, кабину? Нет, нет. Всё село. Я, конечно, боюсь, она качается на самом деле. Кондиционер есть. Вот там кондиционер работает. В общем, поднимаюсь потихоньку. Надеюсь, все хорошо. Хотя я трусиха. Бля, сразу здесь все зажало. Блин, что ужасно, что она качается. Мне не нравится. Блин. Как всегда, сажусь, а потом начинаю бояться. Она раскачивается. Чё, я села, боюсь двигаться. Сижу как вкопанная, потому что она качается. Представляете? Она раскачивается. Ё-моё. Ой, мать честная. А если ты будешь пересаживаться и двигаться, она будет качаться еще больше. Ой. Ой, мамочка. Практически на самом верху поднимаюсь. Какой обзор отсюда. Боже мой. Нет, это не мое. Ой, хорошо, что закрытая кабинка. А в Измайловском парке открытая. Хорошо, что я не поехала в открытой. Потому что если она еще качается, я вот где на ВДНХ, там были открытые кабинки, мы в прошлый раз еще выше. Я вообще полжизни чуть не отдала там. Все, сейчас буду снижаться. Мама. $500 отдала. За этот страх. Так, я вышла уже из парка. Перебила аппетит мороженым вот этим, то, что я вот это ела, кренделёк этот. И уже есть ничего не стало, прогулялась. И теперь хочу еще зайти в торговый центр. Здесь, вот в этом здании высоком, есть торговый центр. Наверху ХЦ. ХЦ – это одежда с брендами, с дорогими. Хочу посмотреть, может быть, там какие-то скидки есть, распродажа. Ой, забыла включить. Машину переставила поближе. Забыла включить этот парковку. Старая станция метро Сокольники. А вот там дальше черная новая станция. Так, нам через переход. У нас не как в Турции, у нас наступил на переход, на линию, все, все машины должны остановиться. Ну и все останавливаются всегда. Читай город. Тут тоже большой магазин с разными магазинами. Нет, мы выше пойдем сразу в ХЦ. Не будем здесь останавливаться. Кружечки здесь можно вот такие, видите, с разными надписями изготавливать. Моя ручка. И ручки также, наверное, да? Мы уже в ХЦ. Сразу тут сумки, смотрю. Новая коллекция. $17,000 вес. 17. Такая же синенькая. 19,569. $31,000. Ну, 32, можно сказать. Вот со скидкой она идет.
Здесь большой магазин Хаце, так что, кто не знает, имейте в виду, на третьем этаже, вот он прям большой. Тоже вот новая коллекция. Ну, есть и распродажи. 5000 футболочка. Черное пальто стеганое. Марка. Не пойму, какая фирма. Марка. Маркан, что ли, какой-то. Маркан. Вот. 94 000 пальтишко. Это специальный обзор для тех, кто говорит, что я одеваюсь очень плохо. Вещи у меня недорогие. Ну вот это для вас. Приходите сюда, здесь дорогие вещи. Как раз я думаю, что вы здесь прекрасно оденетесь. 500 000 возьмите только с собой. Не забудьте. Ой, джинсики симпатичные. Маркан тоже фирма. И футболочка тоже переливается. Так, джинсы сейчас скажу, сколько стоят. Надеюсь, найду. 38 000 джинсы стоят. Футболка. Что-то не вижу ценник. Ну, думаю, что практически так же. Симпатичные футболочки. Переливается. Пять 874. Кстати, еще и дешевая сумка. 8 250. Это не очень дорогая фирма. Такая футболочка. Джемпер. Шесть тысяч такой рюкзачок. Очень даже ничего. Ой, такая шерстяная кофточка, но она колючая, сразу говорю. Вот фирма. Не знаю, как правильно читается. 14 000 стоит. Тринадцать 860 со скидкой. Продавцы и я, больше в магазине никого нету. Так. Десять тысяч. Здесь и обувь есть, и одежда, все есть. Вот скидки, пожалуйста. 8 000 такая кофта, туник. Юбка такая красивая. 40 000 Кстати, вот Гарри Вебер, где я покупала полушубок зеленый, который стоил 9 000 летом, а сейчас он стоит 24 000, по-моему. Так же, как и та куртка, которая стоила 12, а потом 24. Вот. Скидки есть, конечно. Есть, надо смотреть. Такие вот скидочные. Видите, все вот скидки. Скидок много. Так что убираю, покопаюсь сейчас в скидках. Нашла хорошую кофточку. Смотрите, как смотрится классно. 7 000 рублей. Цена хорошая. Под белые брючки, под джинсы она пойдет. Классная, не колючая, такая с длинным рукавом.
хорошо под жилетку. Вот у меня есть желтая жилетка. Может, примерить? Будет прекрасно. Курток здесь огромное количество. Куртки, пальто. Так что есть скидки, и можно приходить и смотреть по скидкам. Смотрите, сколько здесь по скидкам. Очень много вещей по скидкам. Друзья, я уже дома, все, пришла, нагулялась, ноги отваливаются. Сейчас покажу, что я еще в «Братьях Караваевых» купила. Не стала кушать, купила в «Братьях Караваевых», и сейчас домой прибежала, буду уже есть, я голодная. Так, я купила вот такой вот винегрет с опятами. Винегретик с опятами вкусный. И купила кусочек рыбки в соусе терияки. Это красная рыбка, лосось. Вот, так что у меня вот такой ужин будет сегодня вкусный. На этом все. Всем пока, друзья. До новых встреч. Друзья, совсем забыла вам сказать. Я создала еще один канал на Рутуб, так что можете меня там найти. Москвичка, жизнь в большом городе. Туда тоже выкладываю видео, и там старых видео, там, в общем, все с Ютуба загрузила туда на Рутуб, много видео, какие-то, может быть, вы даже и не смотрели, они очень-очень давнишние, в общем, там все так вперемешку, но имейте в виду, что на Рутуб я тоже теперь есть, москвичка, жизнь в большом городе, так что добро пожаловать!